Компьютер как потенциальная мишень для хакеров. Zcash – криптовалюта, которая появилась не так давно, но уже зарекомендовала себя как более анонимная, чем давно созданный биткоин. Как и другие новые интересные вещи, Zcash привлекает внимание не только заинтересованных в криптовалюте людей, но и хакеров, сообщает HackRead. Основатель и генеральный директор Zcash Зока Вилкок прокомментировал: «Мы советуем антивирусным компаниям, как Касперский, создать программное обеспечение для выявления и предотвращения такого рода деятельности, которое должно предупреждать пользователей, когда потенциально вредоносные программы будут найдены, и дать пользователю возможность отключить их».